Итак, всем привет. Сегодня, скажем так, у меня возникла такая проблема. Я не знал, как сделать такую вот сетку-рапицу. Я прошерстил весь YouTube, но ничего не нашел. И поэтому пришлось, скажем так, экспериментировать. Я не знаю, достоверно ли на 100% я добился того, чего следовало добиться, но мне кажется, выглядит неплохо. Для того, чтобы не моделить, скажем так, каждый кусочек отдельно металла, а использовать только, скажем так, несколько квадратов. Сейчас я покажу. То есть, ну вот такое, то есть это вот для игр полезно, то есть чтобы сэкономить ресурсы компьютера. Вот. Поэтому я как сделал? Я просто создал в материалах материал, скажем так, в материалах материал, да, именно так и сделал. И, короче, вот смотрите, Material Output, к нему MixShader подключил. Первой графе это у нас Principle BSDF идет. К Base Color у нас идет Transparent, то есть это прозрачность. Transparent BSDF. И к нему уже текстуру этой сетки, то есть просто цветная текстура сетки. Это у нас... Она вот такая, ну понятное дело, что это у нас идет PNG файл, то есть в Photoshop он выглядит вот так вот, то есть он прозрачный, внутри этого ничего не должно быть, никаких фонов. Поэтому и PNG файл, что он такой вот формат поддерживает. Получается как? Ниже у нас идет roughness, то есть roughness. Это как-то высота или что-то такое получается. И Normal Map подключаем. Создаем. Ну, нажимаем, получается, Shift-A. Add. Ну, то есть Search, Add. И вот здесь, короче, ищем просто Normal Map. И подключаем к нему уже тоже карту нормали. То есть той же самой сетки в том же самом формате PNG получается. На нижний шейдер, получается, навешиваем глаз BSDF. Ну, смотрите, то есть я тут выкрутил roughness на 1. Что здесь еще из важного я хотел сказать? Вот, в принципе, как все мои настройки, они выглядят. Вот так вот. Так что смотрите, повторяйте, если вам нужен точно такой же эффект. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание.